Нурбека, что известно о деле и по поводу какой статьи вообще проходили допросы и обыски? Ну, как уже официально известно, по пропаганде войны, значит, возбуждено уголовное дело. В рамках этого уголовного дела проведены допросы, но у всех отобрали подписку о неразглашении данных досудебного производства в этой связи. Каких-либо сейчас сведений участники допроса не могут. А известно, будут ли допрашивать других сотрудников? Пока мы ничего не знаем.